Как говорится, кто ищет, тот обязательно найдет. Вот мы искали Янилу Эстрати и нашли. А вот тебя как раз найдет сейчас любимый певец. Согласие есть. Как выглядела бы реклама, если бы Янил Эстрати использовал, дал разрешение на использование своей музыки? Давайте посмотрим первую рекламу. Давайте. Надоело просыпаться под ужасные звуки будильника? Просыпайся под мелодии Янила Эстрати. Настроение гарантировано. Ну, это, так сказать, легкая реклама была. Давайте сейчас более тяжелый стиль. Давайте посмотрим вторую рекламу. Уже триллер. Не можешь взять девушку силой? Люблю тебя, но тут же понимаю, люблю тебя. Возьми кредит и предложи ей деньги. Национальный банк. Если надо, выручим. Вот, это была вторая реклама. И третья реклама, последняя. Давайте, да. Общественные туалеты столицы. Мы всегда под рукой. О, боже мой. Такая реклама. Смешно. Я думаю, что после такой рекламы Янила Эстрати скажет, нет, 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 не даю свое согласие. Ну, кстати, сейчас вот мы говорим, а сейчас уже настоящая, наша реклама. Давайте посмотрим. Ты только-только переключился. Ты только-только проснулся. Ты только-только улыбнулся. Значит, это навсегда, Янила Эстрати прямо сейчас. Включился ты, то ты только-только пропустил премьеру композиции Янилы Эстрати. Ура! Она состоялась! Янил, мы желаем тебе, чтобы ты хорошо сдал дипломную работу. Дай Бог. И гордился тем, что у тебя самая высшая оценка. Желаем всем удачи студентам, но и ученикам, потому что предстоит еще сдать степень бакалавра.